ковбойская история этого городка. Ружья, индийские пончи, весы. А вот это все жители вот этого городка, в котором мы сейчас, в 32-м году. А вот это все жители в 16-м году этого малюсенького городка на Рау-66. Все на своих машинах. В 16-м году очень бедно жили. А это вот жители этого же городка, это их машинки и автобусы. Это тоже жители этого городка. А вот, да, вот так вот они были прилично одеты в 15-м году. Не как бомжи все жили. Здесь хорошо, прилично. Лось. Не знал, что...